Все еще нет подписки на канал? Подпишись! И ты мне еще эту поездку подарил, но это было слишком. И мы с тобой на той тачке ехали. Да, здорово, да, был, да. Мужик, здорово было. Было неправда клево. Есть что вспомнить. Че, может, пойдем? Давай. Можно чек, пожалуйста? Надеюсь, вам все понравилось. Ваш чек. Хорошо. Ты что делаешь? Я заплачу, не пальцем. Не-не-не-не-не-не. Бро. Я тебя перебью. Ты у меня в гостях, так что... И поэтому мне было приятно... Послушай. Я тут бываю редко, давай я заплачу. Ты заплачь в следующий раз. Слушай, не берите его карту, я плачу. Да, я заплачу. Ты заплачь в следующий раз. Ты слышишь меня? Да. Ты не прав. Пожалуйста, сэр, возьмите мою карту. Я плачу за себя и за друга. Нет, отдай мне свою карту. Все, как мужчина с мужчиной, я плачу. Все нормально, не парься, мужик. Ты заплатишь в следующий раз, и ничего в этом плохого нет. Пожалуйста, можно я заплачу? Я уже почти заплатил за это. О, это что у тебя такое? А, вот, все, теперь точно, я плачу. Все, теперь не парься. Прошу, сэр. Ты чё? Ты чё делаешь? Ты плачешь, потому что я плачу за тебя. Брось, мужик. Слушай. Бро. Харе. Слушай. Эй. Слушай, что случилось? Почему ты плачешь? Ты же просто меня за нищеброда считаешь. Нет. Ты считаешь меня нищим? Нет, ни в коем случае. Это же просто вежливость. Я хочу... Да что ты к со мной? Тебе станет лучше, если ты заплатишь, так? Да. Тебе станет легче? Да. Хорошо, тогда без проблем. Плати, я не против. А теперь слушай меня. Хорошо. Ты знаешь, кто я? Мой двоюродный брат. А кто мой отец? Мой дядя. Нищий, но хороший мужик. А откуда у меня этот свитер? Связали, может быть. Но, наверное, скорее супермаркет. А что я сегодня утром ел? Каша, банан. А на какой машине я езжу? Да, смарт, желтый смарт. На улице стоит. Очень смешно выглядит. Без обид. А к чему ты все это? Ты что этим сказать хочешь? Я заплачу по этому чертову счету, хорошо? Так что убери свою карту и смирись. Окей. Официант? Я извиняюсь за это. Это я извиняюсь. Ребят, только наличные. Мы сегодня карт не принимаем. О, у меня есть налик. Я его уже достал. Я достал его. Давай ты заплатишь в следующий раз. Я заплачу. Да нет, все в порядке. Все в порядке, я буду платить. А перевел и озвучил виски. Ага.